Для того, чтобы сушить свеклу, вам понадобится свекла. Я натерла на крупной терке, но если вы натрете на мелкой терке, вы сможете даже намазывать на хлеб это блюдо. Получится прекрасно. Для того, чтобы свекла не потемнела, ее надо присолить немного, я присолила, или взбрызнуть лимонным соком. Помидоры я натерла на крупной терке, можно нарезать кусочками, но кожицу из помидора лучше удалить. Лук мелко нарезан. Положите побольше лука, вкуснее получается. Понадобится соль, перец, растительное масло. Можете положить еще свои любимые приправы. Это блюдо очень бюджетное, но при этом очень вкусное, витаминное, полезное. Полезно для всех, особенно полезно для тех людей, которые соблюдают диету и соблюдают посты. Будем пробовать. Разогреваем сковородку. Добавляем в нее немножко растительного масла. Выкладываем лук. И тушим его, пассируем до прозрачности. Зажаривать ни в коем случае не надо. Это блюдо тушеное, не жареное. Теперь мы можем выложить свеклу. Хорошо перемешиваем. Огонь у нас слабый. Теперь можно накрыть крышкой и тушить, периодически помешивая. Свекла протушилась 15 минут приблизительно. Я ее поперчила, попробовала на вкус, на соль. Теперь можно добавить помидоры. Снова хорошо перемешаем. В конце приготовления можно добавить еще чеснок. Чеснок на любителя, но не помешает, если вы любите. Накрываем крышкой и протушим еще немного. Свеклу я протушила еще 10 минут. Попробовала на вкус. Очень вкусно, приятный аромат. Можете употреблять свеклу как отдельное блюдо. Ее можно кушать на завтрак, на обед и на ужин. Очень легкое для организма блюдо. Можно подать к мясу. Можно кушать с картофелем. Можно с любыми кашами употреблять. Попробуйте, вам очень понравится. И очень полезно. И недорого к тому же. Свекла отлично будет сочетаться с рыбными блюдами, с любой рыбой. Конечно, больше вы захотите свеклу приготовить зимой, когда меньше овощей и фруктов, они очень дорогие. Свекла прекрасно пополнит ваш рацион витаминами. Если вы будете готовить свеклу зимой, вместо свежих помидор, вы можете добавить томатную пасту, томатный сок,
тоже получится очень вкусно. Готовьте несложные блюда. Они полезнее, они легче для нашего организма. Они недорогие. Будьте здоровы, попробуйте, вам понравится.